Эти коробки прибыли из всех уголков Нижневартовского района. Посылку для жителей Донецкой и Луганской народных республик передали и из самого отдаленного поселения района Ларьяка. В коробках то, что пригодится людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, остались без дома или средств к существованию. Волонтеры отмечают, местные жители активно участвуют в сборе гуманитарной помощи. Жители приносят помощь часто, практически каждый день кто-то приходит, приносят продукты питания долгого хранения, приносят средства индивидуальной защиты, одежду, обувь. В этот раз особенно много детской одежды и обуви. Нам ее принесли предприниматели Нижневартовского района. Они тоже оказывают помощь, поддержку. Вся обувь новая. Здесь есть модели для мальчиков и девочек. На коробках указаны количество пар и размеры, чтобы на выдаче знали, кому пригодится содержимое этой коробки. Также в этой партии гуманитарной помощи много одежды для ребят любого возраста. Волонтеры отмечают, что в этот раз особенно много жителей приносят гуманитарной помощи для детей. Это не только одежда и обувь или подгузники, но и игры, канцелярия, которые подойдут для детей любого возраста. Все эти вещи в ближайшее время будут переданы жителям Луганской и Донецкой народных республик, а пока их отправляют в промежуточный пункт сбора, где собирают товары первой необходимости, средства индивидуальной защиты, гигиены и многое другое из разных муниципалитетов Югры. Алена Новик, Александр Новик, телевидение Нижневартовского района, Излучинск. Специально для Югра 24.